Всем привет! Сегодня мы с мамой решили нарисовать на руке хной. Классическая хна коричневого цвета. Я буду рисовать вот такую вот картинку. Попробую нарисовать. Надеюсь, у меня получится. А мы с мамой уже начали, и я нарисовала такие полосочки. Давайте продолжим. Сейчас и нарисуем. И еще. Да, давай и нарисуем. Ну не трогай ручку. Только она должна потом высохнуть. Нельзя ее трогать, хорошо? Вот так сделай. Не трясись. Но. Кота. Его рисовать невозможно. Стой, стой. Сикота. Чуть-чуть еще осталось. Стой. Сикота. Ислам. Сикота. Пускай в сцене трогайся, то не получится. Стой ты! Мне не так. Ты не трясись. Это я не трясусь. Ай! Не могу на меня рисовать. Ай! Больно! Ну, посея. Посея. Давайте смотрю, скажу, кто-то. Стой, держи. Иди, Атике, покажи. О, Исламчику тоже нарисовали. Только вот теперь надо вот так держать, чтобы высохло, окей? Окей. Давай, окей. Сейчас высит. Мы рисуем первый раз, поэтому мы сначала нарисовали ручкой, а теперь обводим хной. Я нарисовала пальцы. Получилось как-то так. Так вот у нас получается пока что. Вот так вот у нас получилось. Но у нас еще ничего не высохло. Да. Рисовали мы вот такой вот кончик. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите свои добрые комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем... Пока-пока. Говори. Пока-пока. Да, и всем пока-пока.